4. Юлия Друнина, ополченец. Редели, гибли русские полки. Был порван фронт, прорыв зиял, как рана. Когда-то женщины, подростки, старички пошли на армию Гудериана. Шла профессура, щурясь сквозь очки. Пенсионеры в валенках подшитых. Студентки, стоптанные с каблучки. Домохозяйки прямо от корыта. И шла вдова комбата, шла манто, придумала чудачка, как одеться. Кто в ополченье звал ее? Никто, никто, конечно, не считая сердца. Шли, пели, после падали крестом, порою даже не дойдя до цели. Но я хочу напомнить не о том, хочу сказать о тех, кто уцелели. 1 на 1000, таков был счет, а счетоводом 41-й год. На Красной Пресне женщина живет, нет у нее регалий и наград, не знают люди, что она солдат, и в День Победы не звонит никто пенсионерке в стареньком манто. Ей от войны на память только шрам, но женщина обходится без драм. Я, говорит, везучая, живу.